мы возмущены отказом польских властей на наше обращение об оказании содействия в получении необходимых разрешений в связи с запланированными на 27-29 апреля на территории Польши мероприятиями в рамках проводимого группой «Российские мотоциклисты» мотопробега «Дороги Победы», который посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под надуманным предлогом, цитирую, «предоставление запоздалой и недостаточной информации», конец цитаты, о пробеге, польские власти сорвали эту мемориальную акцию. Но это явная ложь. Необходимая информация была предоставлена в достаточном объеме и своевременно. А на требование польской стороны уточнить те или иные параметры пробега или дополнить сведения о принимающих в нем участие байкерах, российская сторона реагировала незамедлительно. Показательно, что отказ властей Польши стал единственным по всему маршруту запланированной поездки российских мотоциклистов по странам Европы. Очевидно, что принятое Варшавой решение имеет политическую подоплеку. Достаточно ознакомиться с высказываниями высокопоставленных польских политиков, заранее усмотревших в намерении российских мотоциклистов отметить круглую годовщину победы над фашизмом, некую, цитирую, провокационную затею. Конец цитаты. При этом местные власти не смогли разубедить даже польские байкеры, которые включают участников регулярно проводимых в нашей стране так называемых катынских мотопробегов, которые резонно противопоставили в своем обращении в МИД Польши конструктивность российской стороны обструктонизму Варшавы и которые выразили готовность сопровождать своих российских коллег по территории Польши. Мы выражаем решительный протест по поводу решения польских властей, у которых самые благородные цели вызывают абсолютно неадекватную реакцию.